Ми продовжуємо знайомити глядачів із різними жанрами і техніками створення ляльок. Сьогодні йтиметься про композиції. Викладач Миколаївської дитячої художньої школи Наталія Русінова розкриє деякі секрети створення ляльок з пап'є-маше. У перекладі з французької пап'є-маше означає «зам'яти папір». В основі цієї техніки такі дії. Спеціальну суміш із паперу та клейких елементів наносять на форму. Матеріал застигає і стає твердим. Згодом форму вилучають, а фігурка залишається цілісною і неушкодженою. Її можна розмалювати олівцями, фарбами, прикрасити тканиною або кольоровим папером. Робота з дітьми над композицією. Мені дуже подобається займатися куклами. Вот в данном случае дети украинский костюм изучали, и нужно было куклы украинские. Голову дети делали из папье-маше, а костюм и внутреннюю начинку, так сказать, куклы использовали кто бумагу, кто вату, всякие материалы. Потом шили костюмы. Вот, и это заняло у нас довольно долгий период, приблизительно... наверное, месяца два. Детям очень нравится такая тема. Особенно детям 11, 12, 13 лет. Техніка цікава і варіативна. За її допомогою можна створити сувеніри, маски, скульптури, ляльки тощо. Втім, в роботах, про які сьогодні розкажемо, використовуються не лише пап'є-маше. Ми компонуємо різні матеріали. Зазвичай їх можна знайти у кожному будинку. Нам знадобиться пластилін, газета, кольоровий папір, клей, нитки, тканини, дерев'яні палички для створення каркасу, синтепон, поролон або вата, жир будь-якої консистенції, фарби. Отже, як створюється лялька? Спочатку діти ліплять голову з пластиліна, тобто виліплюють форму, потім для обклеивания используют самый простой материал – это газету. Рвут и режут ее на кусочки. Потом можно использовать клей ПВА, можно использовать клейстер из муки сделанный. И обклеивают эту форму пластилиновую кусочками бумаги слоев 10, не меньше. Прежде чем обклеивать, нужно смазать жиром. Каким-то. Можно крем для рук или какой-то жир любой, что дома есть. Даже подсолнечное масло используют дети. Форму головы я делаю из пластилина. Потом я ее обклеиваю бумагой. Кто это у тебя будет? Я планирую, чтобы это был дедок, который работает на ферме. У него будет шапочка, мне так хочется. И я хочу сделать еще попытаться усики. Я ее буду крепить на вот это основание. Основание палка, дальше идет бумага, поролон, ткань и проволока. Крепится голова на вот эту торчащую палку. Конечно, у меня сейчас тут нету дырки, но она будет как-то вот так вот выглядеть. Можно сделать в такой технике человека, кота на задних лапах или собаку, там паровозик, еще что-то. Ограничивается только вашей фантазией, и все. Первый слой газетных кусочков обклеивается без клея, чтобы потом легко было снять форму эту с пластилиновой матрицы. Даже два слоя, пожалуй. А следующие, последующие слои уже с нанесением клея или клейстера. И так до 10 слоев. После этого высушиваем, разрезаем на две половинки, но чаще всего разрезается голова вот так, где уши. Снимаем две половинки и потом их склеиваем. Склеиваем, у нас получилась пустая вот такая форма, да? Вот. Потом
подбираем цвет, красим, ну и рисуем лицо. Когда дети выполняют весь этот этап работы, они еще не знают, какой у них получится образ. Или мужчина, или женщина, молодая, или старая. И потом только, когда уже готовая форма головы у них появляется, они тогда смотрят и решают, сделать мужчину, молодого или пожилого, женщину или там бабушку. И что самое интересное, что никто не может заранее предвидеть результат в процессе работы. Часто бывает, что ученик планирует, что у него будет непременно девушка. Все девочки почти хотят выполнить так, чтобы у них была красивая получилась какая-то молодая, юная девушка. Но не так всегда получается. Вот дети в процессе работы сделали большие носы. Вот. И они все захотели выполнять непременно мужчин. Ну, нос большой. Мне пришлось потратить немало усилий на то, чтобы доказывать, что бывают женщины тоже не красотки, что у них тоже бывают носы большие. И вот они, когда они стали делать, вот, к примеру, у этой куклы, у нее нос большой, но интересный получился характер, интересный образ. Такие встречаются в жизни. И дети в процессе работы, когда они создают куклу, они из-за того, что они не знают, что у них в результате выйдет, они получают большое удовольствие от того, что много неожиданного в самом процессе работы. Они от этого получают много удовольствия, и это их как-то еще больше вдохновляет. А на підсумок ось такі цікаві характерні ляльки, які втілюють образи реальних людей. Нагадаємо, жанр композиції надзвичайно пластичний з точки зору використаних матеріалів. Наприклад, в основі цих ляльок – звичайні кульки. Созданы, ну, больше по мотивам японских кукол. Вот у меня есть несколько маленьких таких. Вот, видите, это настоящие куклы. Вот еще маленькая совсем. Вот такая. Вот. И я предложила детям сделать подобное, но только, конечно, свой вариант, по-своему все. И для этого мы использовали шары, самые обыкновенные шары. То же самое, надуваются, тоже смазываются жиром, обклеиваются тоже слоев 10 бумаги, а потом украшаются, видите, какими-то... Вот эти вот рисунки, это все из цветных журналов. Журналы, которые часто бывают у мам дома, журналы мод, ну, всякая информация. И там хорошие очень по цвету, такие насыщенные, и можно оттуда просто вот вырезать разные фигурки, вот такие вот, видите, геометрические, можно какие хотите, и обклеивать. Кроме того, здесь есть еще вкрапления фактурных таких, вот беленькие, я подержу так, прямоугольные. Это знаете от чего? Это от конфеты, шоколадные конфеты, и там бывает бумага. Вот такого типа, и она тоже интересно создает такую фактуру. Это мы делали в основном такие шарики для Пасхи. Ну, мы их украшали, ну, как-то орнаменты пасхальные делали на них. А потом у нас они остались, и я предложила только детям постарше, которым лет уже было лет 14, потому что для 12-13-летних детей, даже 11, вот эти куклы, ну, более доступны, чем, ну, решение конструкции, чем вот эти, потому что здесь уже конструкция, больше надо думать, как решить, здесь более дизайнерский такой подход, и, конечно, много мне пришлось помогать и подсказывать, как вот решить всю фигурку.
И мы разрезали вот такой шарик. Можно разрезать на две части, можно как угодно. Вот. И таким образом у нас выходит вот такая, вот, к примеру, вот это. К примеру, вот эта кукла, которая состоит, видите, тоже маленькая часть, это верхняя часть шара, нижняя это не, ну, большая, крупная часть. И получается вот такая. А там просто вставляется такая цилиндрическая трубка из бумаги же. А головы, конечно, выполнялись из пластилина, потому что голова не должна быть круглой, она должна быть овальной. Поэтому они лепили тоже из пластилина форму и ее обклеивали. Ну, уже без носов, без ничего, потому что куклы эти должны быть очень лаконичные, они не должны иметь черты лица. И даже еще используется какая-то золотая бумага, фольга. Можно еще использовать. Задание это понравилось детям. Ну, я однажды только делала такое задание, я не повторяла больше с другими детьми. Потому что я считаю, что это уже будет повтор, это неинтересно, надо что-то новое придумать. Процес виготовлення такої ляльки тривалий і доволі кропіткий. Тут важливі акуратність, виваженість у діях, вміння застосовувати набуті знання і навички в нестандартних умовах. Втім, результатом ви будете неодмінно задоволені.